жить настоящую Малайзию. Так вот, я на нее смотрю. Это совсем не то, что на открытках. Настоящая Малайзия, вот она. Это два корпуса отеля. Здесь предупреждение не наклоняться, не перегибаться через перила, потому что улететь тут два счета, тем более еще и пол скользкий. Ну вообще ощущение, да, это Азия такая, какая она есть. С дождем, молниями, грозами во второй половине дня. Такой незатейливой архитектурой, которая, ну как вам сказать, помягче, она слишком незатейлива. Без изысков. Есть дорогая архитектура, а есть дешевая. Вот это дешевая прямоугольная архитектура. Чем проще, тем лучше. Простите. Мне реально было страшно. Но вот да, вот это Азия. Она какая она есть. Вот оно рвануло небо. Прикольно стоит, блин, под крышей. Какого черта меня сюда понесло? Объясните мне, пожалуйста, а? Дождичек, когда он хотел посмотреть. Да, это Малайзия. Мы в Куала-Лумпуре. И отель не какой-нибудь задрагай стайл. А это, между прочим, Ibis Styles. Отель, кстати, реально нормальный для Малайзии. Там внутри в комнатах все чистенько, аккуратненько, белоснежное, хорошее. Но это Азия. Вы должны это понимать. Это не Швейцария. Не Германия, здесь все как-то... Опа! Вот так. Ну что, сейчас грохнет. А где? Вот они, дворики. Вот он, малазийский дворик, как он есть. Это, ребят, серьезно. Там крыша. Опа. Это была молния. Полосатая. Что-то даже стрёмно. Но она, похоже, люди живут. И никто ничего не стремается. Но это, наверное, уже какой-то другой корпус или кто это. И дверь там, наверное, закрыта. И вообще тут скользко. Что, пойти что ли? Вообще грохнет. Фу-фу. Кажется, что он стих. Не, ничего подобного. Он, по-моему, даже не думает стихать. Да-да. Молнии так уже регулярно. Где-то полчаса. То потухнут, то погаснут. Я, конечно, понимаю, что вам на эти квадратики скучно смотреть. Но что-то более интересное его предложить, у меня смелости не хватает. Для этого нужно пройти туда по мокрому полу. И я срочно вспоминаю уроки физики. Что будет, если молния попадет в эту крышу? Мне кажется, ничего хорошего. А по физике у меня было не очень хорошо. У меня учительница на экзаменах как-то даже подсказывала закон Архимеда. Я его забыла. Ну, было такое, да. Не, я его знала. Но была очень чем-то занята, совершенно другим, наверное, за день до экзамена. И у меня вылетело из головы все напрочь. Вот у меня сейчас тоже, по-моему, все законы вылетели. Абсолютно. Нашла себе адреналин. Кто-то катается на тарзанке, кто-то красиво на гидроциклах, кто-то красиво курит кальян. Я понимаю, извините. Да, а кто-то наблюдает за грозой. Ну тут, конечно, не 45-й этаж. Там круче, наверное.
Но мне вот 12-го за глаза, уши и хвост тут хватает. Так, чтобы хрень не упала с меня. Рюкзак надела. Да что-то железного дотрагивать страшно, до мокрого тоже. Блин, я трусиха, но лестницы там назад нету. А может есть. Короче, вы поняли, что я трусиха. Грозы боюсь, дождя боюсь, физики не знаю. И шляюсь по крышам. Всем привет из Малайзии, Куала-Лумпур.